25 апреля примерно 21 часов по улице Арынова напротив следственного изолятора произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 19-летний водитель автомашины Hyundai Solaris, двигаясь по улице Арынова, нарушив правила дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходам, переходящий проезжую часть дороги, и допустил наезд на семейную пару. В результате ДТП 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 29-летний супруг был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП, где на следующий день скончался.